Девчули, хочу показать вещи, которые я купила. Вот так. Вот такая вот кофточка. У меня все размеры мощнейшие, мощнейшие. Давно себе хотела такую рваную, потому что мужу тоже приобретала. Где-то месяц назад я ему покупала. Ну, то есть я ему сделала три футболки, подарок на нашу годовщину, получается. Получается, да, 3 июля у нас. В общем, такая нарваная, вот, фирма вот эта. Реплей какой-то. Вот. Я ее взяла с 87% скидкой за 700 рублей. Это вот. Цена в других магазинах 5300 рублей пишут. Уж не знаю, насколько это правда, но, наверное, правда. Вот. Medium. Вот она вот такая большая, вот это чуть длиннее, что, собственно, так и должно быть. Но вообще в сиськах должно быть. В общем, здесь короче. Вот. Такой принт реплей написано. Блин, она написана на моем мужу будет большая. Так, где тут? Что же это у нас за страна? Сделано в Китае. Не знаю, что это такая цена. Вот, вот такая футболочка. Ну, это я, если на море ехать, взяла, думаю, что-то новое взять. А то ж. Так, следующая. Следующая вот такая. Токио. Такая серенькая. Вот. Вот эта фирма. Токио. Ну, это, наверное, тоже Китай. Сейчас посмотрим. А, ну, по-моему, я так и не нашла, что это. Ну, она тоже где-то 600 рублей стоила. 500-600 рублей. Сзади ничего нет. Обычно такая футболочка удлиненная. Замечательно. Следующее это штаны. Штаны, которые нереально размера, нереального. Вот тут карманы, значит. Вот так вот. Здесь кармашки без пуговиц. Тоже сейчас все это стирать буду. Пыль и бир. Что-то, если я правильно произношу, фирма. Они говорят, вот пишут, что это S-ка 26 размер. Но девочки, ну, там такая задница. Но потом я поняла, что когда я увидела, что эти штаны делает. Ой, заужина. Что эти штаны делает. Сейчас мы найдем. Ну, чтобы я сейчас не гадала, кто их делает. Я просто вам найду и покажу, что зачем говорить. Ну, если я не ошибаюсь, то Пакистан. Ну, я так подумала, возможно, у женщин их полные попы. Да, вот эти произведены в Пакистане. Блин, не фокусирует. Короче, тут вот описано. Ну, в общем, там женщины пышноватые такие. Ну, вот, в принципе, вот, в общем, там написано вот так. Не хочет. Ну, я думаю, что вы не поверили. Вот такие штаны, но это, естественно, это просто штаны. Сейчас все стирать буду. Сзади тут обманка всего одна. Они мне в длину большие. Они в высоту большие, но все вот это подворачивать. А в целом вот в объемах мне нормально, потому что я вот так вот поправилась. Склонна к полноте. Мне мама полная. С мамой остаточки полные. Покажу покупки. Мы домой только пришли. Так, здесь зелень, кинза, орегано. Что он еще? Как ее? Господи, хочу свекло ее обозвать. Ой, ладно. Вы поняли. Так, дальше тут купальник я купила, это попозже. Дальше это одежда тоже купила. Это муж шлепки купил себе на море.
и такие обувь. На это тоже на море сандали. Ну вот. Еще, короче, пришла мне посылка. Отдельное видео сниму. Тапочки ко мне старые натирают. Так, здесь что? Ежевика или как ее? Малина. Огурцы и помидоры. Должны быть это огурцы и помидорки. Помидоры по 70, блядь. Вот эта ходёжка, которую я купила. Вот эти огурцы по 40, но вообще они так, по 40. Вот это мне ездить, потому на природу. Трексы, как их там называть. Очень тугие они. Вот эти резинка на самом деле не такая прям тугая, так скажем. Размеры тут я не вижу. Этикетки. Эти пистолеты, которые были модные. Пестики по бокам. Вот они. Ну, на моих ляхах они, конечно, пипец как растянуты, некрасиво смотрятся. Так что, ну, взяла просто, вот нужны были, вы знаете, так-то эти были дешевле, чем обычные страшные какие-то такие женские для теток. Поэтому я их взяла, потому что те для женщин, которые вообще у нас на рынке, который я ходила, вот на рынок, там бутики, вот все. По 800 рублей. Вот эти были 550. Но мне нужны просто, не знаю, трексы. Чего лишь мне по 800 рублей тратить на какие-то штаны, которые мне нужно одеть. Не знаю, грубо говоря, просто дома ходить. Или в машине вот мне нужно ехать. И так далее. Но здесь надо, смотрите, как плохо просрочено. Я не заметила. Надо будет само теперь пришивать. Так, в целом моя цель визита была за купальником, потому что сиськи у меня увеличились, ну, я поправилась, и купальники, которые у меня есть, они мне, особенно в бюсте, маловаты. Трусы мне большие, сразу говорю, это не мой размер, это мне большие трусы, будут висеть на мне, вот. И трусы, по-моему, даже не помню, от этого купальника. Но они там как-то меняют, да, продавцы. Бегают, как-то меняют труселя. Потому что бюст, конечно, у меня большой. И это больше размер бюста. А это, получается, меньше размер купальника она вытащила. Но, тем не менее, вот эти мне тоже большие. Мне надо было еще меньше. Но не было. Ну, как есть, придется так. Вот. Здесь такой подклад. Лямочки. Вот. Вот такие вот здесь вот. Надеюсь, они не отвалятся. Как их зовут? Стразы, типа бисера. Боже, как я это терпеть все не могу. Да-да, я и не люблю это. Но либо, знаете, одна отвалится, и все, ничего этого не будет. Еще желтый был. Ну, желтый у меня уже вот лежит, который я не влазю. Я выбрала этот. Другой у меня там итальянский лежит, тоже покупала 2 года назад, получается. Тоже в него не влазю. В общем, я женственнею конкретно. Вот так вот. Вообще на большую грудь тяжело что-либо найти. Я мучаюсь с этим. Даже лифчик себе нормально подобрать не могу. Всякую херню дают. Эту однотканную без поролона. Тоненький поролон мне нужен. Невозможно. Ничего не шьют. Ничего не шьют. Так, дальше платье. Или сарафан. И вот такой. На лето. Лето заканчивается уже. Что у нас тут? В общем, вот это как сейчас модно, длинное, да? Вот такое и взяла. Вот здесь в горле вот так. Лоуис. Тоже надо все. Понятно, это все стирать надо. Какие-то прям тут все в пинетках. В общем, оно длинное-длинное. Оно мне большевато. Ну, потому что она была одноразмерная, а нету, других размеров не было. С одной стороны, значит, разрез в ногах, а с другой стороны разреза нет, что мне, кстати, не нравится. Но там были все модели такие, все. Лучше было бы, мне кажется, если было бы разрез с двух сторон. Все.
Ну, такое вот, такие обновки, ну. На лето легче всего купить, вот на зиму проблематично, потому что на зиму уже как-то теплее, и там должны быть серьезные вещи. Но здесь тряпки можно купить, любую тряпку, он пошел и поехал. И дешевле как бы, ну, дороже. Но вот это оно нормальное как бы платье. То есть это я заходила в специальный бутик такой, нормально. А вот это тоже купальник, тоже бутик ходила. А это, конечно, я шла-шла и розочку нашла. Пытаюсь сделать что-то типа мясо по-французски. Вот. Ну и как всегда, что есть, то и накидала. Ну, здесь сыр там сверху. Что у меня получилось? Да. Буду масочки. Сейчас я вам показываю, что у меня на лице. В общем, уже буду смывать сейчас. Так. В общем, это вот эта маска. Вот она. Хотела аж похвалить ее, потому и снимаю, потому что пустые банки это пустые банки. А когда оригинально, а когда конкретно что-то вот прям мне нравится, то я вот пытаюсь во влоге показать. Девочки, тут ничего по-русски нету, тут нет, по-моему, даже на английском. Или есть. В общем, вот она консистенция, она заканчивается, я добиваю. Вот. Там такие, знаете, как будто скрапления соли есть. А, нет, вот есть на английском. А, так, что я хотела сказать. В общем, это я привезла с Египта, вот иероглифы, да? Или как-то по-русски их не... Тут написано «Made in Egypt» до 17 года с такого углубления. В общем, те, кто бывают в Египте, нашу страну закрыто, мы не можем, да? Вот. А Украина, там Белоруссия, Казахстан, кто там... Обратите внимание на нее и соответственно, я могу посоветовать ее купить. Вот, классная. Она в смысле отпрещает, там так и написано акне, поэтому я вот всем советую. Вот состав, ну да, в общем, кто английский знает, пожалуйста, читать может. Девчули, красотули, что у меня тут? А, там еще осталось. Так, покажу сейчас еще покупки на море, которые мы покупали. Покупаем. Готовимся, в общем, выезжать. Ехать нам до моря 8-9 часов. Много. Так, фрутоняня я себе взяла. 50 рублей. Яблоко, персик. Не знаю, какой на витрине стоял. Взяла вот с трубочкой. Дальше в аптеке 2 активированных угля. Потом... Цитрамон, просто цитрамон и парацетамол в такой вот упаковке. Вот. Сколько он тут? 16,50. Там два блистера и вода детская. Кстати, понравилась мне от аптеки Апрель. Стоит 20 рублей. Такая нормальная. Че это? Все, ты один остаешься. Куркуль. Так, это магнит. Видео, которое я выставляла с магазина Ленты, тоже большинство там было все на море. Так, это муж картошку взял. Даханага картошка. Пирожное-то я не знаю, он оставляет дома или с собой берет. Так, хлеб на бутерброды сделать, батон точнее. Дальше я сейчас себе чай попью. Я взяла себе вот такое пирожное. Торт песочный. Вот он, клубничный. Ой, фу, вот такой в джеме фрукты. Эти. Это что такое? В джеме, так сказать. Ягоды. Дальше пакеты. Затяжками. Дальше пакеты вот такие. Для завтрака. Дальше. Брюс, отойди. Дальше фисташки на море, арахис мужа, я не ем арахис, бананы тоже в дорогу,
сахар кубиками тоже в дорогу. Так, и тому, что тебе взял, тоже дать в дорогу. Ну, в смысле. И еще одни фисташки. Я себе взяла йогурт. Десерт творожный, земляника, клубника. Не знаю, никогда не покупала. Это кубанский кто-то. Надо в холодильник убирать уже. Также муж себе взял Red Bull в дорогу. Не знаю, я их не пью, мне от них плохо. Соль натуральная пищевая. Вот в такой упаковке. 50 рублей, по-моему, она стоит. Гранатовый сок я с собой беру туда. Ну, саму гостиницу, так скажем. Ну, такие всякие злаки. Вот они тоже в дорогу. Фитфруит. Фрутилат. Фитнес мне нравится. Мюсли диет. Так, другой пакет. Это термос. Термос вообще не наш. Так, здесь корм кошачий и наполнитель кошачий. И, наверное, все. Раз я больше ничего не вижу. Фух. Фух, жарища какая. 30 градусов. Кошмар. Собираться надо, не могу. Переживаю так. Все-таки столько часов ехать без сна. Это вот дегтярное мыло, видите, и этот крематор. В этом пакете все крема, вот загар для загара, круг там надувной, там полотенце, сумка. Фу. И вот, аквамарис мой новый, давно стронг, аквалор в горло я беру. Вот, вещи, здесь лекарства, ну, так, чтоб было. Все у меня тут сушится. Сушится. Ну, такие вот дела. В общем, собрались на море, на Черное море. Со Ставрополя, значит, до Черного моря часов 8:30. Вот так. Фух. Жарко. Вот. Так что надеюсь, мы доедем. Надеюсь, все будет хорошо. Едем на неделю. Вот. Наверное, закончу влог на этом. Встретимся уже. Буду снимать там, не буду, посмотрим. Ну, если ничего не забуду. Так-то можно и забыть все. Ну, а как всегда, знаете, вообще не забывает. Главное, телефон не забыть. Монопод хочу с собой взять, но тоже могу его забыть. Ладно, пойду чай попью, хоть и жарко, но чай я все равно пью. Все, всем пока-пока.